Оказалось, полная корреляция. В составе крови каково соотношение, такова вероятность заболеваемости и смертности. В крови американцев соотношение омега-6 к омега-3 равно 50. У японцев это равно 12. У эскимосов в Гренландии это соотношение 1,7. Почему они не знают, что такое атеросклероз? И если вот мы можем влиять на липидный спектр крови, то понятно, что мы можем остановить развитие этого неприятного и опасного заболевания. Касается ли это ишемической болезни сердца, ишемической болезни мозга, облитерирующей атеросклероз конечности, гипертонии. Все они и есть локализация атеросклероза. И вот первый, когда мы сделали, отдали в 89 году в центральную клиническую больницу, с главным врачом переговорили, собрали там кардиологов. И тут же решили, что проведем там клиническое исследование на волонтерах, врачах. Это они сами, имея у себя атеросклероз, понятное дело, были самыми лучшими участниками вот этого исследования. Все клинические показатели улучшились у этих всех участников исследований. И биохимические показатели, то есть это подтверждено, когда смотрели на состав крови, состояние сосудов, скорость кровотока, вязкость крови. То есть все эти показатели подтвердили вот высокую эффективность этих омега-3 жирных кислот в составе вот этого продукта. Должен сказать, формирование атеросклероза, основная причина заключается в нарушении метаболической функции печени. Не в сердце. В сердце это следствие, там образуются бляшки, коронарные сосуды забиваются, ухудшается кровоток, потом появляется и недостаточность, а потом вообще полное. Инфаркт – это полное отсутствие потока крови. Здравствуйте, товарищи зрители. Недавно я публиковал видео о выдающемся советском ученом Исаеве, в котором сам профессор Исаев рассказал о истории создания в СССР уникальных препаратов. То видео вы потом посмотрите обязательно. Но напомню вам, кто такой Исаев. Он профессор кафедры коллоидной химии, а это основа биохимии организма. Другие регалии говорить не буду, в том видео подробно они сказаны, потому что это займет очень много времени. Скажу лишь, что он стоял у истоков мировых, я подчеркиваю, открытий о свойствах жирных кислот. И он со своей командой, институтом, создал лучшие, самые эффективные в мире препараты на основе омега-3, полиненасыщенных жирных кислот и лучшие антиоксидантные комплексы, на исследования и создание которых в СССР были потрачены колоссальные суммы, несопоставимые в наши дни даже с вложениями в США и Японии. А сейчас вы увидите видео, в котором Исаев поднимает основополагающие вопросы, касаемые здоровья, особенно сосудов и сердца. А это касается каждого из нас. Смотрите с самого начала до самого конца, не пропустите ни секунды. И наперед скажу, потому что многие будут писать, не досмотрев видео до конца, это я знаю по практике, приобрести все препараты профессора Исаева вы можете только в одном месте через сайт nadgard.ru. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Приятного просмотра. В 90-м году по просьбе руководства Центральной клинической больницы Медицинского центра управления делами президента, раньше это был Совмин СССР, мы туда представили как средство, противостоящее экспансии атеросклероза. Использовали омега-3 жирные кислоты. До нас этим занимались уже раньше нас американцы и японцы. И встал вопрос, в связи с тем, что у нас среди причин смерти человека 57% занимает атеросклероз в различных локализациях, то это, конечно, очень важно было найти, как можно противостоять этому страшному, ну, движению, недугу. И оказалось, что мы были уже тогда готовы дать две формы. Одну в форме этиловых эфиров, но стремление было, может быть, как медицинский препарат, инъекционная форма. А вторую мы делали в форме триглицеридов для приема в качестве продукта питания. Концентрация вот этих жирных кислот там была бы разная, конечно. В этиловых эфирах она доходила до 95%. А вот в форме триглицеридов, нетронутых глубокой переработкой химической, это 30%. Это величина, наверное, и оптимальная. В природе омега-3 жирные кислоты, особенно те, о которых я буду говорить, эйкозапентаеновые и докозагексаеновые кислоты, которые необходимы в первую очередь человеку, они формируются только в океане. Фитопланктон.
морская вода и солнечный свет. И формируются у фитопланктона вот эти омега-3 жирные кислоты. В трофической цепи ими питаются ихтиопланктон, мелкие рыбешки. Этими мелкими рыбешками питаются пелагические виды рыб. И это очень важно, что они в определенный период, нагульный период своего биологического развития, накапливают у себя в организме. И создаются тогда экономически целесообразные условия получения из них вот продукта, концентрированные формы для человека, чтобы он мог использовать круглый год. Ну, можно сказать, а нельзя ли заменить рыбой? Можно, но это надо, чтобы рыба была поймана в период нагульный, а у него 4 периода жизни, и тогда там это бедный продукт, он не выполнит нужную задачу, которую мы ставим, то есть снижение вероятности формирования атеросклероза. И что здесь очень важно, причем тут рыба, жирные кислоты и где человек? Человек – это тоже биологический объект. И если посмотреть на 4-недельный эмбрион человека, то можно легко заметить у него и жаберные дуги, и хвостовой плавник. Да, то есть это формировался организм в океане, в соленой воде. Если посмотреть химический состав, минеральный состав крови и минеральный состав морской воды, океана. Океан взяли мы, потому что это огромное пространство, самая чистая вода. И еще в толще мы берем объекты для использования в этих целях. То получается, что это почти одно и то же. Это близко. Химический состав крови, именно минеральной составляющей, и морской воды. Отсюда, пока человек имел возможность получать в питании вот эти омега-3 жирных кислот, он не знал, что такое атеросклероз. Наверное, это было очень давно. Да, но вот самое интересное, вот профессор Вебер, американский ученый, он стал исследовать популяции. У всех ли так плохо, вот как мы знаем по России, 57%. И что же он обнаружил? У североамериканцев и у европейцев среди причин смерти атеросклероз занимает 50%. То есть близко к тому, что и у нас. У японцев 12%. У них другие болезни есть. Скажем, у них среди причин смерти рак занимает 52%. Ну, у нас где-то 17-18%. А эскимосов в Гренландии взяли, они не знают, что такое атеросклероз. Тогда он стал думать, а есть ли какие-то биохимические показатели, по которым можно было бы установить наличие атеросклероза или вероятность формирования. Оказалось, можно, если взять капли крови и сделать анализ на липидный спектр, из чего он состоит, то по нему можно определить. И вот в липидном спектре, если взять жирнокислотный состав крови и определить соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. Я сейчас скажу, омега-6 жирные кислоты, они нужны. Это те масла, которые не замерзают. Они в жидком виде. Скажем, если сало взять или жиры животных, они твердые. Растительные масла, рыбные жиры, они жидкие. Потому что они не насыщены водородом. Если насыщать, то мы получаем из, скажем, растительного масла маргарин. Он уже твердый. И важно в крови оказалось, что в соотношении вот омега-6, это растительных масел, омега-3, которые будем говорить морского происхождения, ну, имело определенное соотношение. Так оказалось, полная корреляция в составе крови каково соотношение, такова вероятность заболеваемости и смертности. В крови американцев соотношение омега-6 к омега-3 равно 50. У японцев это равно 12. У эскимосов в Гренландии это к соотношению 1,7. Почему они не знают, что такое атеросклероз? И если вот мы можем влиять на липидный спектр крови, то понятно, что мы можем остановить развитие этого неприятного и опасного заболевания. Касается ли это ишемической болезни сердца, ишемической болезни мозга, апритерирующей атеросклероз конечности, гипертонии. Все они и есть локализация атеросклероза. И вот первый, когда мы сделали, отдали в 89 году в центральную клиническую больницу, с главным врачом переговорили, собрали там кардиологов. И тут же решили, что проведем там клиническое исследование на волонтерах, врачах. Это они сами, имея у себя атеросклероз, понятное дело, были самыми лучшими участниками вот этого исследования. Полтора месяца они принимали вот этот эйконол в жидкой форме. Еще не было капсульных форм, поэтому достаточно сложно было в жидком виде пить. Научились делать кровавые мэри,
это томатный сок, запивать им, и корочка черного хлеба с солью. Полтора месяца таких вот исследований, и когда закончили, все были счастливы, что закончили, потому что рыбу все-таки любят, это ну, 5% да, населения, 95% не очень. Но тут они понимали важность проводимого исследования. Потому что когда стали анализировать, все клинические показатели улучшились у этих всех участников исследований. И биохимические показатели, то есть это подтверждено, когда смотрели на состав крови, состояние сосудов, скорость кровотока, вязкость крови. То есть все эти показатели подтвердили вот высокую эффективность этих омега-3 жирных кислот в составе вот этого продукта. Это было первое. Потом, конечно, пошли уже развитие этого первого. Скажем, эйконол – источник омега-3 жирных кислот. Но люди часто страдают, и сочетание есть, и больные сосуды, и вязкая кровь, и еще суставы больные. Что можно сделать? То есть это сочетание. И тогда появился у нас второй такой продукт. Назвали его эйфитол. В нем фитонциды чесночного происхождения соединились с омега-3 жирными кислотами морского происхождения. Сказать, что вот чесночного происхождения, это аджаэнолицин, это еще была старая тибетская разработка, то есть несколько тысячелетий тому назад. Но форма, которую они делали, конечно, она давно устаревшая. Но мысль была правильная. Причем в свежем чесноке этого соединения нет. Но в результате ферментативной обработки она достаточно продолжительно получается. И если экстрагировать их, соединять с омега-3 жирными кислотами, полученными в щадящих условиях, это особые условия получения, то получается продукт обладает еще и способностью восстанавливать подвижность суставов, убирать кристаллизованные там минералы, которые накапливаются, растворять их. И все потом выводить из организма. Потом появились уже третьи, а что можно сделать для улучшения, скажем, работы кровеносной системы в области малого таза, связанной там с почками, с печенью. Должен сказать, формирование атеросклероза, основная причина заключается в нарушении метаболической функции печени. Не в сердце. В сердце это следствие, там образуются бляшки, коронарный сосуд забивается, ухудшается кровоток, потом появляется и недостаточность, а потом вообще полное. Инфаркт – это полное отсутствие потока крови. Почему и возникают такие состояния. И очень важно, там, скажем, срочно принимать меры. Реанимация. И успеют, не успеют помочь человеку. Вещь. А вот в печени как раз нарушения, они связаны, конечно, с образом нашей жизни больше. Ну, начиная с образа жизни молодых людей, которые собираются стать родителями. Вот нужно сказать, что за месяц до того, как вы решите, что хотите стать родителями, подумайте о своем образе жизни. Надо убрать вредные привычки. Это все плоду передастся. Поэтому мне как-то недавно пришла мысль, что что же является, наверное, главным формированием счастливого человека, здорового счастливого человека? И мне пришло на мысль. Образование, культура, искусство, умение восхищаться и любить. И тогда никаких сильнодействующих психопрепаратов не надо. Ни алкоголя. У нас беда. 18 литров алкоголя на человека приходится в год. Это ужасно. Табак, наркотики. Это просто тоже такая беда пришла к нам в дом. Как защитить будущее поколение детей? Оказывается, это все это возможно. Восхищайся, и ты не захочешь ни курить, ни пить. Образовывайся, учись всю жизнь. Я понимаю, это настолько интересно. То есть в жизни не должно быть никаких пустот, да? Должны быть всегда свежие эмоции, впечатления. Совершенно. Это самое главное, да? Для благожелательность, доброта. Ну вот желание передать все, что знаю людям. Чем владеют людям. Ну, желание такое, чтобы успей раздать себя. И мы счастливы. Не деньги главное, а вот отношение человека к человеку формирует. И тогда нормально функционирующая печень. Печень выполняет две функции главные. Первая – это функция метаболическая. Пищу, которую мы потребляем, она переваривается, у нас начинает с ротовой полости, надо медленно разжевывать, хорошо разжевывать пищу, чтобы ферменты уже начали проникать и разрушать саму пищу.
Вот этот комок попадает в желудок. Там продолжается переваривание. Не все там переваривается, но основное – это белковые, минеральные составляющие перевариваются. Жиры потом должны попадать в двенадцатиперстную кишку, и там под действием и желчных кислот, и ферментов эмульгироваться. И вот в эмульгированной форме в тонком кишечнике начнут всасываться. Но это все элементы пищи. Вот метаболическая функция печени направлена на то, чтобы это сложное соединение превратить в простые вещества, в кирпичики. А вторая функция – анаболическая. Вот из простых веществ пищи сформировать то, что необходимо клеткам человеческого организма. И если человеческий организм получает избытки токсичные вещества, ну, в воздухе, ну, скажем, работает на нефтеперерабатывающем заводе, на лакокрасочном производстве, и вдыхает вот эти канцерогенные пары, то они в первую очередь бьют по метаболической функции печени. Она разрушается. И тогда вместо того, чтобы там, что все клетки наши имеют определенный период жизни. Ну, самая короткая живущие там клетки, ну, живут 2-3 секунды. Простагландины, простациклины. Кровь, это эритроциты, живет 4 месяца. Через 4 месяца погибает, разрушается, метаболиты надо выводить из организма. И появляются новые клетки крови. Точно так же и с печенью. Там должны появляться гепатоциты. А при нарушении метаболической функции вместо гепатоцитов формируется там или жировая ткань, или хрящи, соединительная ткань. Угу. Это или жировой гепатоз, или алкогольный гепатит. И тогда, конечно, они уже не могут в полной мере выполнять свои функции. Если потребляет человек много химических лекарственных средств, это та же самая история. Мы разрушаем печень, и она не справляется со своей функцией. И тогда появляется много различных и опасных явлений, как особенно инфаркты, инсульты. Можно я вас вот о чем спрошу? Спросите. Конечно, хочется больше подробностей. Я думаю, что людям тоже интересно. Перечислю ваши программы. Существует несколько программ приема ваших биологических добавок. Они рассчитаны и на похудение, и развивают устойчивость к физическим и умственным нагрузкам, и улучшают пищеварительную систему, о чем мы сейчас говорим, да, корректируют сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы, улучшают работу мочеполовой системы, и существует специальная программа даже для спортсменов. Вот в чем суть каждой программы, как правильно следовать, да, положением этих программ? Можно ли, как вы говорите, что есть заболевания разные у людей, может плохо работать печень, может плохо работать, могут плохо работать почки, и тогда нужно поправить все системы сразу. Можно ли как-то одну программу и другую программу одновременно применять? Можно, я чуть-чуть издалека грамотно начну. Хорошо. Вот говорят, что наши предки не принимали биологически активных добавок, были здоровы. Угу. Это правда. Правда. Суть в том, что изменился окружающий нас мир. Ну, скажем, весной снега таяли, стекали с гор, с холмов, размывали горные породы, и из этих пород вымывали все минеральные составляющие. И при разливах этих рек на поля попадали все эти минеральные составляющие. Без них ни ферментную систему нельзя сформировать в организме, ни иммунной системы нормально. Они нужны. Угу. Всего 60 элементов участвуют в жизни нашего организма. Теперь, когда мы зарегулировали эти реки, дамбы, плотины, искусственные моря, впервые это заметили американцы в 40-х годах, и они специально на Конгрессе обсуждали этот вопрос, что в продуктах питания не стало вот этих минеральных составляющих. С удобрениями вносятся 3-4 всего элемента, которые повышают урожайность. Животные, которые потребляют, скажем, зелень, траву, они не получают тоже для того, чтобы и в мясной пище, в мясе, которое будем потреблять мы, люди, нет уже этих составляющих. И появилась необходимость дать в концентрированной форме что-то. И вот это биологически активные добавки, есть концентрированная форма всех необходимых организмов человека. И если посмотреть, а что еще нужно организму, кроме минеральных составляющих? Вот я назвал незаменимые факторы питания. Они объединены. Вот незаменимые жирные кислоты, которые организм не может синтезировать. Незаменимые аминокислоты, их 8. Жирных кислот, там 3 таких незаменимых. Аминокислот 8 таких незаменимых. Мы должны их получить с пищей. Остальные, там, скажем, 13, мы можем синтезировать в организме. А эти необходимы. Нам необходимы витамины, мы не можем синтезировать их, 13 витаминов. И нам необходима еще пищевая клетчатка. Это характерно для грубой пищи. Она содержала это фрукты, овощи,
полноценной, нетронутой, без, вот, от, когда мы отрубаем и поверхность расчищаем, отбеленный хлеб, вот белый хлеб, рафинированное масло, они не дают пользы той, которая может дать нерафинированной пищи, как сахар рафинированный, он даже вредный. Он как источник энергии, да, но как источник биологически активных веществ, которые необходимы, они сложны, потому что это дисахариды. Для их усвоения нужны ферменты на основе хрома. Хрома у нас и так не хватает, потому что надо расщепить дисахарид сперва на глюкозу и фруктозу. А мы же получаем в основном углеводы в виде вот этого рафинированного сахара. И тогда появилась необходимость. Я говорю о том, что мы никогда не занимались лечением. Биологически активные добавки – это все-таки пища. И наша задача в том, чтобы человек жил, формировался и был здоровым, а не болел. О болезнях мы не говорим сегодня. И о лечениях мы не говорим. И о лекарствах мы не говорим. И тогда получается, что человек должен получить вот эти 5 незаменимых факторов, которые отличаются особенностями, которые позволяют разделить вот эти все, это сотни таких веществ, которые входят в эту группу, на 3 категории. Первое. То, что жирорастворимые факторы питания. Это жирорастворимые витамины и жирные кислоты. Второе – это водорастворимые факторы питания. То есть их нельзя между собой соединять. Водорастворимые – это, скажем, водорастворимые витамины группы В и С. Это пищевая клетчатка и минеральные составляющие. Они туда, к этой категории. И третье еще. Мы каждый в себе носим 3-4 килограмма живых микроорганизмов. Они нам нужны, они помогают нам переваривать. Но среди вот этих микроорганизмов есть положительные бифидолактобактерии. И есть опасные даже для организма, вырабатывающие токсичные вещества. Это болезнетворные гнилостные микроорганизмы. Их примерно 5%. И вот это соотношение 5%-95% – это нормальное состояние, потому что они нужны для того, чтобы иммунная система распознавала что-то токсичное. И если есть инфекция, они распознают и начинают защищать организм, они их уничтожают. Если нарушается этот баланс в сторону увеличения токсичных веществ, в сторону увеличения числа патогенной микрофлоры, то это болезненное состояние будет. И вот чтобы поддерживать, нужны живые клетки бифидолактобактерии. И вот эту группу, чтобы пополнять организм человека, потому что токсичность окружающей среды отрицательно действует именно на эту положительную микрофлору, на ее поддерживание. Вот третья группа – это живые лактобифидобактерии. Они могут быть в жидкой форме, могут быть лиофилизированные, сушеные, могут быть в капсулах, могут быть в виде, скажем, кисломолочных продуктов. Чуть больше концентрации этих, чуть меньше, но человеку нужно помочь. Вот это третья группа. Поэтому, когда мы говорим о человеке, человек должен получать все вот эти 3 группы. Потому что, когда они отдельно идут, сроки хранения этих продуктов улучшаются. Вероятность их несовместимости уменьшается. И принимать их, видимо, лучше в разное время. Скажем, живые бактерии лучше натощак принять. Вот водорастворимость с пищей принять, в кашу можно добавлять, в салаты можно добавлять, можно во время приема пищи проглотить, если это таблетки, и запить водой. Это во время. А вот жирные кислоты лучше чуть после приема пищи, потому что с чем это связано? Действие, его активность биологическая сохраняется в любое время принимать. Но еще мы хотим сохранить комфортность жизни человека, чтобы ему приятно было. Скажем, если капсулу с жирными кислотами принять, а потом запить чаем, они быстро расплавятся при температуре 30 градусов, оболочка, содержимое начинает парить. Мы чувствуем послевкусие, отрыжку. Поэтому у надо после того, когда кончил прием пищи, напоследок вот, принять уже. И не запивать горячим ничем, ни суп там не должно быть. Когда человек не ощущает, почему и облекли в эти капсулы, что нет ни вкуса, ни запаха, а полезность уже будет после усвоения в тонком кишечнике. А не слишком когда... вот сложно все это? Это вот, просто, я же сказал. Просто вот эта вся система, когда а что принимать, кому что, да? Просто... Вот мы назвали атеросклероз и его локализация. Принимать надо источники омега-3 жира. В сочетании, скажем, если с нарушением какого-то в суставах есть, добавить еще аджиенолицин, это и фитол. А если говорим о поддержании здоровья, ну, спортсмены ли, подрастающие ли поколения, умственные нагрузки увеличенные, то несколько надо увеличить концентрацию. Скажем,
организм сильно отравлен, человек работает в условиях вредных, надо ему усилить моторику кишечника, чтобы эти токсичные вещества связывались. Они могут связываться пищевой клетчаткой. И вот то, что я назвал, вторая группа, водорастворим, они имеют свободную валентность, связываются с этим токсичным элементом или группой элементов. И вот этот комплексный уже соединение, оно не подвергается атаке ни ферментной системы человека, ни вот той микрофлоры кишечника. И они выводятся, эвакуируются из организма, очищая. Даже если это радионуклиды, радиационное поражение, вот ликвидаторы Чернобыльской аварии, то все равно циркулируют, они попадают из костей и в кровь. И в тонком кишечнике появляется возможность там их уцепить и вывести. И тем самым уменьшить токсическое действие вот этих всех элементов на организм человека. Мы возвращаем ему способность нормально жить, развиваться и радоваться этой жизни. Ну, как мы делаем, скажем, для спортсменов, которые подвергаются, ну, высоким нагрузкам рекордным. Это о профессионалах речь идет, о спортсменах высшей квалификации. Мы работали с Институтом физической культуры и спорта, мы работали с антидопинговым комитетом. Для нас было важно вот в этой продукте, чтобы они были не допинговыми. Не допингом, и конечно. Подтверждение есть антидопинговые. Второе, насколько это полезно спортсмену в досоревновательном подготовительном периоде, в соревновательный период, когда он хочет ставить рекорды, и в послесоревновательном периоде, и после того, когда он оставит свои занятия вот, спортом высших достижений, а не перегрузки. Конечно, они нарушают многие системы в организме. Нужно ему адаптироваться к новым условиям. Мы подбираем те вещества, которые и позволяют ему адаптируется. Поэтому характер питания. Ну, если в медицине есть там диета, что щадящее, а что можно потреблять, то для здорового человека диета не нужна. Пища должна быть разнообразной, насколько можно, чтобы вполне удовлетворять потребности в незаменимых факторах питания, как биологических элементах жизни и здоровья, и счастья. И второе, энергетические продукты, которые позволяют компенсировать энергетические затраты там, на движение, на дыхание, на терморегуляцию в нашем организме. Все они требуют энергетических затрат, как источники энергии. Ну, как источники энергии, это все виды пищи годятся, но в качестве биологических вот, составляющих не все. Поэтому появились биологически активные добавки. И поэтому, ну, сегодня вот вы назвали 6 комплексных 6, да. Значит, групп, в которых разные добавки присутствуют. Потому что, исходя из того, скажем, ну, речь идет, скажем, если о области малого таза. Ну, в предстательной железе там содержание цинка в 100 раз больше, чем в клетках других органов. Поэтому явно надо туда дать те продукты, где больше цинка. Или что там состав жирных кислот какой должен быть, характерный именно для этой области. Ну, скажем, очень хорошо для печени, для почек принимать жирные кислоты, в которых есть гамма-линоленовая кислота. Где ее больше? В семенах тыквы. То есть добавляются вот различные источники вот этих жирных кислот. Морские мы назвали, это самые высоконепредельные, это самые дефицитные. Потом это должны быть еще жирные кислоты, которые обеспечивают то, что я назвал, гамма-линоленовая, дигома-гамма-линоленовая. Потому что они формируют потом простагландины, простациклины первой линии. А их 3 линии. Первая линия, вторая линия, третья линия. Они по-разному в организме, в предназначениях. Ну, скажем, вот желудок наш. В нем находится соляная кислота. Она должна бы нам сварить все мышцы, которые окружают этот желудок. Но наш желудок нормально у здоровых людей функционирует за счет того, что вот предшественниками слизистой оболочки являются жирные кислоты, дериваты. И непрерывно должны они формироваться. И слизистая непрерывно обновляется, не давая контакта соляной кислоты со стенками желудка. Как только нарушается эта способность, то нехватка тех же аминотрижирных кислот, вероятность защиты уменьшается. Появляются тогда язвенные заболевания желудка, 12-перстной кишки. Поэтому через пищу мы можем компенсировать. Поэтому вот для людей, подверженных этому, больше одних, больше других или третьих. Отсюда появляются группы. На самом деле этих групп может быть сотни. И они будут формироваться. Потому что то, что мы делаем с Фюром, мы рекомендуем, в общем-то, всем людям. Это полезно для здоровых людей. Не сохранять здоровье. Быть счастливыми. Потому что здоровье, в конечном счете, это главное.
что делает человек счастливым. Больной человек редко бывает счастливым, а может вообще это невозможно. Он перетерпеть может внутри эту боль, чтобы люди не видели. Это все равно боль. Ну что ж, дорогие друзья, теперь несколько секунд. Послушайте то, что будет, может быть, в еще одном видео с профессором Исаевым. То есть я говорю о том, что может быть продолжение, если вас это заинтересует. Послушайте несколько секунд, что может быть в этом новом видео. В общем, много таких интересных работ и наших выдающихся ученых, биологов, физиологов, медиков. Я вам назову вот за годы, 20 лет примерно, как я сказал, первую добавку мы сделали. 20 ровно получается. Вот за 20 лет. Вот первый, кто пришел ко мне, был выдающийся врач, профессор Мартынов Игорь Владимирович. Вторым, кто тут же это организовал, академик Мартынов Анатолий Иванович, он в свое время был главным врачом этой больницы. Вёркин Аркадий Львович, до ныне работающий, заведующий кафедрой клинической фармакологии. Я вам называл академика Савельева, академика Ашмарин, академика Самсонова Михаила Андреевича. Долгие годы он был главным диетологом Минздрава Советского Союза, а потом Российской Федерации. Это он мне надоумил, сказал: Вячеслав, напиши книгу о атеросклерозе и омега-3 жирных кислотах. Хотя мир весь и занимается, но таких исследований, которые вот ты организовал, еще не было. Поэтому мы уже договорились в Российской медицинской академии на повышение квалификации врачей, особенно и провизоров, и врачей, включается программа «Биологические активные добавки». И с удовольствием должен сказать, под руководством академика Петрова, это ректор Волгоградской медицинской академии, создан учебник для медицинских вузов. Это первое учебное пособие, допущенное и Минвузом, и Минздравом для этой категории. Именно по БАДам? По БАДам. Так вот, дорогие товарищи, напишите под этим видео, не поленитесь. Стоит делать это видео и его публиковать или нет смысла? Интересно вам это будет посмотреть или нет? Не поленитесь написать. Если большое количество зрителей будет это интересовать, я это видео опубликую. Ну а в завершении данного сегодняшнего видео я скажу, конечно, приобрести эти препараты именно вот от профессора Исаева вы можете только на нашем сайте nadgard.ru. Отправляем мы эти препараты, как и другие наши товары и продукты, в любые города России и страны мира. Ссылки все будут под этим видео. Смотрите их. Ну и теперь 2 минуты более подробной информации, особенно кто живет за границей, то есть не в России. Послушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл 2-й интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотый на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube'ом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.